Погнали. Всем привет. С вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про лопату американку. Это фирма Ideal Spaten, которая выпускает лопаты с 1915 года. То есть они специалисты по выпуску лопат. И вот лопата такой формы, она получила название американка, потому что такие лопаты используются действительно в Америке. И эта лопата имеет... Данная лопата, так сказать, три в одном, да? Здесь идет и штык классический, и совок. То есть из-за того, что вот тулейка, эта лопата, имеет вот такую вот изогнутую форму, мы грунт можем как и копать, так и накладывать. То есть она выполняет две функции в одном, и совок, и штык. Помимо этого, здесь еще есть вот такая вот шикарная пила. То есть с помощью этой пилы мы можем прорезать дерн, прорезать там небольшие корни, которые нам могут попасться. Работать с тяжелой почвой, там на глине, на суглинке, на каменистой почве. Здесь вот имеется вот такое вот ребро жесткости, которое упрочняет эту лопату. Сама форма такая выгнутая, что тоже как бы имеет как вот ребро жесткости, да. Также имеются специальные заступы такие, да, на с краев лопаты, что позволит сберечь вашу обувь. Сама лопата выполнена из пружинной стали, то есть это не рельсовая сталь, которая сейчас у нас модно рекламирует, что из рельсовой стали делают лопаты, а именно из пружинной. То есть пружинная сталь обладает определенными качествами. Да? То есть основное качество — это то, что лопата, эта сталь сохраняет свою форму. После того, как ее согнули, она как бы возвращается в первоначальную форму. То есть если мы эту лопату согнем, то обратно она у нас встанет такая, какая и была. То есть, соответственно, пружинная сталь, ее практически невозможно сломать. Также у нас длинная рукоятка из ясеня с логотипом выжженным Ideal. И на конце такой набалдажник, резиновый набалдажник для удобства. То есть общая длина этой лопаты у нас где-то 1,60 м получается. Что удобно работать, не нагибаясь практически. Лопата очень удобная, очень крепкая. Так что покупайте эту лопату в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте.